Всем привет, друзья, это новый Brawl Stars. И сегодня, дорогие друзья, мы будем с вами донатить на кленового Барли. Если вы подпишитесь на канал, поставьте лайки, нажмите на колокольчик, чтобы поддержать меня. Рекламная пауза, и мы начинаем, друзья. Ну а данный ролик, ребятки, сделан при поддержке клана Совпати Дрю. У них там выигрыши, коэффициенты и множество спортивных дисциплин. Вступайте в этот клан и вводите его в топ. Ссылки в описании и в закрепе, дорогие мои друзья. Переходим к ролику. Ну что ж, друзья, не знаю, вы скажете, зачем я зря потратил 300 рублей. Нет, я потратил не 300, а 150, друзья. И тем более, получил деньги, выработанные в стриме. Мне не жалко потратить. Это благодаря вам я покупал этот скин, а именно на кленового Барли, друзья. Ну что, блин, вот я, знаешь, хочу вот такую превьюшку сделать, типа вот так вот буду стоять. Ну хотя я, скорее всего, другую поставлю, типа вот так вот. Будешь пивка? Все, друзья, поехали. Покупаем скин. Вот у нас кленовый Барли. Пили мы с вами скинчанские, не успели дальше, да пофиг. Все, друзья, давайте сыграем косточки 3, потому что сейчас записывать ролик не особо не могу, потому что, как вы знаете, я тихо сейчас говорю. Потому что сейчас не один дома, и поэтому записывать ролик громко разговариваю не могу, поэтому пока что так вот. Видимо, Барли, я с вами кляну, очень хотел этот скин, потому что, типа, бомж Барли, это он очень прикольный. Поэтому сейчас будем за него, друзья, играть. Вот за вот такой вот скин. Реально очень прикольно, когда ты за тебя потратил ему. Да посрать на эти гемы, на этого пиратского джина. Я его потом куплю, когда вот выйдет. Я куплю, как вы знаете, вот эту обнову. Вот эту вот. Я всю купил эту обнову. Всю обнову купил. Я купил Леона Акулу. Ну, вроде бы. Да, Леона Акулу, Тару и Пайпер. Больше скинов не было. Или был еще какой-то скин. Ну, я не помню. Не помню, был ли какой-то еще скин в этой обнове. Ну, именно в этой, если 8 бит. Но я купил вроде бы всю обнову, то бишь 8 бит. Ну, 8 бит я и так получил. Два скина Тары и Пайпер ремодельных. И скин на Леона Акулу. Поэтому я купил всю обнову. Эту не знаю, куплю всю или нет, потому что там будут такие дорогие скины. Там тем более скин на Сэнди. А на Сэнди еще надо накопить, поэтому мы с вами будем стримить и зарабатывать денежки на Сэнди, друзья. Поэтому приходите на стримы. Там будем с вами зарабатывать на Сэнди. Вот, ну Джина Пирата я точно куплю, если он будет стоить 80 гемов. Один хотя бы скин из обновы я точно куплю, друзья, поэтому ждите. Я жду завтра обнову, надеюсь, что она реально выйдет завтра. То, что это ютуберы не наврали. То, что завтра выходит, друзья, обновление. Надеюсь, ютуберы не врут, и завтра в натуре выйдет обнова. Если реально они не наврали, то это будет очень топово, потому что, ну, понимаете, обнова, то бишь, Brawl Talk, и сразу же на следующий день обновление. Это просто жесть. Ну, кажется мне то, что будет по 16 по 18 число. Ну, блин, вот я в афиге, Суперсел, вот бы они выпускали Brawl Talk, и сразу же обнову, потому что, ну, пацаны, они уже все сделали, смысл им... Окей, им надо потестить обнову, чтобы не было лага всякого такого. Блин, пацаны, как бы... Мы им дали столько времени, и с 8 битом очень много было лагов, потому что очень многие играли. Вот, поэтому... А, вот с 8 бит они не пофиксили даже. Ну, то есть, они сразу не сделали, только потом, когда обнова вышла, делали. А я им играть для него хотел, понимаете, он на 500, как вы знаете. Потому что, ну, типа, новый браулер, понимаете, на 500 надо его. Вот, ну, мы сейчас на это сольем. Кого сольем, не знаю. Может, Карла. Может, еще кого-то. Ну, короче, минус Карл и минус, это... Минус Нита, это топ-1, друзья, за кленового Барли, это топово. Если он будет бухать, побухал, погнали далее, друзья. И, кстати, поставьте лайкосик на видосик, если хотите больше роликов, чтобы поддержать меня, помотивировать. Вот, друзья, потому что, ну, мотивации в последнее время вообще не хватает. Ой-ой-ой-ой! Пацаны... Пацаны, ну тут я тупанул, окей, я признаю свою ошибку, где я тут мог не умирать.
Ну окей, 6 кубков мы подняли на 4 больше. Просто, пацаны, я вижу то, что я просто залагал, я просто остановился, ну, тупанул, начал говорить, и вижу, что так идет, блин, и начал уже идти, а он меня уже убил, поэтому, ну ладно, посрать. Скин визуально очень прикольный, я понимаю, что его анонсили уже давно, но все же, друзья, я скажу, что я его купил. Я хотел купить кольта, задратить на него сколько-то, 30 там рублей надо было. Ну, пацаны, если мы заработали. Ну, пацаны, ждать до завтра? Не. Поэтому я купил хреновый барли, мне он не особо нужен. Мне так и скин на кольта, я не хочу на него скин, я куплю на новый скин. Обязательно я куплю новые скины из обновы, ну, не все, но волшебника барли я не хотел покупать, потому что он тупо перекрашенный. Красный просто будет волшебник барли, как знаете, типа тачдаун был. А потом его, ну, сделали синим и назвали полузащитник. То бишь, это тот же самый тачдаун, который был красным, только он стал синим. И он стоит 2500 старпоинтов. Тупо за то, что поменяли ник, просят 2500. Ну окей, за него-то еще можно, потому что... отдали 2500, потому что он стоит так-то 80 гемов. Этот скин, а так перекрашенный. Окей, если бы так было, например, смотрите. Я хочу скин, например, какого у меня нету. Например, окей, пускай будет какой-нибудь скин. Я видео снимаю. Молчи.